Ассоциации адвокат Максимова. Рассматриваю постановление по уводу следственного отдела по Оскару Ангуру Саратова и Суэсарова в Саратовской области. Баичева о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения по страже в отношении Мустафаева Сулеймана Вагифоглы, родившегося 28 февраля 1978 года в селе Решетикуляр, Грузия, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении троих малолетних детей и работающего менеджером у «Ваш стоматолог», обвиняемый в совершении преступления, предусмотренной части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановил избрать обвиняемого Мустафаева Сулеймана Вагифоглы 28.02.1978 года рождения меры пресечения в виде заключения под стражу содержания ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть по 12 августа 2024 года включительно.